Останьтесь. Я пойду проверю, не поджидает ли нас там кто-нибудь. Попробуй добраться до этого огромного обелиска. Я таких еще не видел. Августа тоже туда влечет. Я чувствую волнение. Август хочет пойти с тобой. Нельзя подвергать Августа риску. Там опасно. А это для чего? Мы не первые, кто побывал здесь. Тут множество трупов. Те же люди, чью технику мы видели, там, в пустыне. Возможно. Я думаю, отправил Монро из того форта. Для них тоже все закончилось плачевно. Вот бы узнать, кто они такие и что они здесь делали. Вдруг найдутся зацепки. Смотри в оба. Thank you.
За Хеди я нашла заметки антрополога, доктора Индиры. У Монроя была ученая? Что она пишет? С паксами. По описанию, как Август. Оказали людям радушный прием. Паксы. Да, совсем как Август. Поразительно. Я нашла записки Монрой. Дира. Он с группой отправился в этот каньон. Может, они хотели помочь народу Августа? Тьяго, Август что-нибудь знает про этого Монроя? Я спрашивал. Август отказывается говорить об этом месте.
Путь к обелиску свободен. Мы с Августом уже идем следом за тобой. Я же просила дождаться сигнала. Прости, я не усмотрел. За Августом. Вы должны это видеть. Август, что тут случилось? К вам идут! Бегите! Живо! О, черт! Спрячьтесь! Вон там! Быстрее! Август!
Август, помоги мне! Там ружье, Август! Прошу! Куда ты? Август! Нет! Нет! В укрытие! Быстро! Что за херня случилась с Августом? Это не дикари уничтожили народ Августа. Они стали дикарями. Вот только зачем? Мы идем хоронить Августа. Я вернусь позже. Я тут задержусь. Хочу еще раз осмотреть лагерь. Тут еще документ. Тоже записи Монроя. Он тоже это понял. Счет преображения паксов. А причина? Там сказано, зачем они так сделали? Нет. Он со своим отрядом какое-то время пробыли здесь. Они изучали обелиск, пытались понять его силу. Ставили эксперименты и при этом на них постоянно нападали. Узнав, что форт разрушен, Монрой вернулся в колонию. В колонию? Значит, тут есть... Еще камень. Можно выдвигаться. Ждем тебя в лагере.